Как и многие люди, я очень страдаю от укусов насекомых. Так было до тех пор, пока я не узнала о парфюме и лосьоне от Альфреско. Альфреско полностью изменил ситуацию, защищая мою кожу, не давая ей стать банкетом для комаров и насекомых. Лосьоны и парфюмы от Альфреско совмещают защиту высочайшего уровня со сладким ароматом цветов, который невероятно приятно ощущать после многих лет использования сильных химических дезодорантов. Я использую Альфреско каждый день. Создательницей Альфреско была Сара Лу Моррис, которая придумала идею репеллента против комаров и насекомых высочайшего качества, совмещенного с парфюмом, пока она была волонтером во всемирно известном лондонском аптекарском саду Челси в Англии. Но вдохновением для этого послужила еще более давняя история. Она началась 200 лет назад с ботаника и исследователя Джозефа Бэнкса, который путешествовал по всему миру и был лакомым кусочком для любых насекомых. Его знакомый, лейтенант Джон Фипс, писал, что Джозеф может работать день и ночь, если только комары не съедят его больше, чем он съел какой-либо еды. Позже Бэнкс стал управляющим садов. После того, как привез десятки тысяч образцов новых растений в аптекарские сады Челси. Именно здесь, у Сары Лу, рождаются идеи и замыслы по созданию Альфреско. После многих лет экспериментов, в 1996 году Сара Лу создала идеальную смесь ароматов в Лондонском университете гигиены и тропической медицины. Альфреско состоит из смеси более 20 разных масел, включая корицу, пачули и кедр, и может использоваться всеми членами семьи, включая маленьких детей. Лосьон не содержит парабенов, а также он, как и парфюм, не содержит химии. Здравствуйте, меня зовут Инга Равчи. Я работаю в лаборатории парфюмерного дома в Англии. Сегодня я хотела бы коротко рассказать о замечательном аромате Альфреско, который невозможно забыть. Здравствуйте, меня зовут Инга Рафтри. Я работаю в лаборатории парфюмерного дома Англии, где был создан аромат Альфреско в 1994 году. И позже, в 2003 году, была открыта репеллентная сила аромата. Этот невероятный аромат был создан парфюмером с более чем 25-летним опытом в этой индустрии и согласно всем лучшим английским традициям. Он прекрасно структурирован, с отчетливыми нижними, средними и верхними нотками. Потребовалась 21 попытка, чтобы сделать этот аромат идеальным. Альфреско содержит 42 ингредиента, собранных со всего мира. Например, масло кедра из Америки, масло из Шри-Ланки, масло апельсина из Бразилии и масло герани из Китая. Это коронный запах Альфреско, который нравится как мужчинам, так и женщинам. Он свежий, деревянный, природный, пряный и янтарный. Аромат Альфреско был результатом сотрудничества между Сарой Лу и опытными косметическими химиками и парфюмерами. Большое спасибо за внимание. Вот что ведущие издания говорят об Альфреско. Альфреско также использовался для защиты знаменитостей во время съемок. Альфреско действительно незаменим. С
спасибо за просмотр, и помните, если вы отправились на улицу, держите альфреско при себе.